Гостиницы «Венец» хотят найти инвестора, чтобы капитально отремонтировать визитную карточку Ульяновска. Эффективность использования муниципального имущества сегодня на месте оценили депутаты городской думы. Полувековое здание обветшало. Из 465 номеров более 300 требуют капитального ремонта. Без серьезных капитальных вложений гостиница «Венец» будет приходить в упадок, и город потеряет, во-первых, свою визитную карточку, а во-вторых, самое главное, это свою собственность. Действительно, для того, чтобы город Ульяновск получал отчисления по НДФЛ, получал прибыль от аренды этого имущества, необходимо серьезные инвестиции привлечь в развитие нашей ульяновской гостиницы «Венец». Здание требует капитального ремонта. Без дополнительных вложений стоимость муниципального имущества падает. Городская администрация предлагает различные варианты для увеличения прибыли и выплат дивидендов. Один из них – передача имущества на условиях аренды с вложением инвестиций. Здесь мы можем однозначно выставлять инвестиционные условия по капитальному ремонту, реконструкции гостиницы, можем контролировать сроки. Мы не рассматриваем возможность реализации пакета акций. Пакет акций гостиницы «Венец», акционерного общества гостиницы «Венец» однозначно останется в муниципальной собственности.